Так, ребят, это новая серия. Мы достроили наш кафе. Показываем. Тут когда типа дорди будет идти, типа, ну, вот так вот. Это тут касса у нас, а вот тут у нас кухня. Ну пока тут работников нету, ничего нету, которые будут заказывать. Мы можем пока что сами будем работать, наверное. Ну, не, пока закрыто будет. Тут у нас уличный. Тут или наш. Мы открыты, но закрыты. Нормально, чё. Ребят, я предлагаю еще одну машину купить. А у тебя бабок хватит? Не знаю, я... Да, ну, думаю, да. Ну, я тоже так думаю. Ребят, купим, давайте. Я хочу вот эту купить и вот эту. У нас гаража нет, как машины. Можно еще один джип? Ну, вдруг это сломается. Не, ну автоцентр прям это у фермера. Я думаю, надо еще посылку заказать. Ребята, мы пока пошли за посылку заказать, типа, чтобы продлить наш забор. Ой, не гараж. Ну, гараж будет для именно для всяких маленьких мопедов, а я сделаю, типа, удлиненную, типа, фигню. Вот это вот все. Давайте, ребят, сейчас я остановлю, и мы пойдем заказывать. Ребята, у нас все вот, и видите, я уже забор убрал, посылка, я видела, знаю, что пришла. Отлично. Давай будем поспим, бомжик, наверное, спать хочет. Да, не, он, я, мы вообще-то кофе с ним выпили. Пока ты сидел в туалете, мы с ним кофе уже выпили. Я не в туалете, я просто воды попросил. Ну вот, а мы кофе с ним выпили, да, бомжик? Он же на море. Сказал, блин. Знаете, нашему бомжику чисто по. Вот то, что говорит Данил, потому что Данил, он по. Ну, по. Все по. Да? Тебе же по? Ларкома. Вот, ребят, готово. Нифига себе, какой гараж. А зачем нам столько тогда? Я вообще-то столько не заказывал, типа подарок такой. Да можем это одним направо и налево это подзатылить тебя. Ребята, ставим машину. Так, джип. Мне вот этот джип нужен. А что же? А как мне выехать? Хороший вопрос. Сейчас, ребят, припаркуем как бати. Вот, четко. Припарковали. Молодцы. Теперь паркуем тебя. Но... Ну хорошо. Погоди, там кто-то что-то кричит. Ну хорошо, что ему в этом кафешке, блин, сделали все нормально, чтобы когда дождик пойдет. Да как? И ты все поставил. Вот он! О, поставил. Еще раз надо. А? Че ты за машина? Зачем ее купила? Ну ладно. Хороший вопрос, но только я не умеет ответа. Думаю, так машина хорошая. Наверное. Это мне просто переставить. Пойду в гараже дела поделаю. Какие, блин, дела? Или вот так вот. Байк вот так вот. Я такой поставил Настину. Ой, лагает. Подожди, мне кто-то звонит. Да. Я сейчас перезвоню. Поставил Настю, но это уже смешилось, да? Я зря это, наверное, сказал. Да, алло. Привет, слушай. Я тебе нашел хорошего работника. Да, его зовут Петя. Петя, возьми трубку. Возьми трубку. Мать звонит. Здравствуйте. Да, Лёва. Да. Здравствуйте, можно у вас работать? Где именно, спросите? Ну, где именно? Где именно? А, в вашем заведении, ну, которое вы только что построили. Не знаю, как оно называется. Ну, мы хотели повесить табличку, но один человек ее выкинул. А, хорошо, ну... Пока без названия. Пока без названия.
А, ну скажите, как она будет называться? Ну, у мы вас? Пока еще не придумали. Кафешку бомжа. Кафешка у Святослава ТВ. Нет. Кафешка у друзей. Нет. Кафешка у Нет. Сейчас скажу, я вспомню. Кафешка у Рика и Морти. Нет. Я забыл, как называется-то. Кафешка. Ребят, сейчас вспомним. Бургер Кинг? Нет. Ребят, пока на паузу. Ребят, название Мэнго, Мэнго, Мэнго. Мы же посылку открыли. А там мусор выкинули. Мусор. Яндекс. Да какие шахматы? Яндекс. А ты можешь пацану по-своему сказать? Что? Как называется кафешка? Какой пацан? Который у нас работает с пацаном. Пойду застрелюсь. Алло. Алло. Короче, Мэнго будет называться. Мэнго? Манго? Нет, Мэнго. Манго? Мэнго. Манго? Мэнго. Манго? Мэнго. Скажи, что я... Мэнго. Скажи, что я сейчас пушку на него держу. А, хорошо. Мэнго, Мэнго. Молодец. Я сейчас найду эту кафешку. Ладно, ребят. Всем пока. До новых встреч. Пока.